Всем привет! Сегодня соберу полезное устройство на каждый день. В моем случае нужная вещь, как никогда. И также сегодня покажу новые жидкие воски, которые приобрел совсем недавно в компании «Лоскутный воск». Размечаю трубу на нужные отрезки и с помощью своей новой ножовки по металлу отрезаю. Все края равняю на шлифовалке, а сверху по плоскостям работаю наждачкой. Труба 15 на 15. Ее нужно изогнуть под определенный радиус. Воспользуюсь своим станком, делаю это. Разрезав и сварив концы, по итогу имею два кружка из трубы. К этим кружкам на равномерном расстоянии привариваю отрезки труб. Сверху фиксирую еще одним кольцом и навариваю еще мелкие кусочки труб. Железяку в сторону. Беру кусок 150-й доски и шинкую на отрезки по 1,5 см толщиной. На выходе имею гору таких дощечек. Разметив все дощечки, отправляюсь на сверлилку. Поработав руками, приступаю к самому чудесному. Прикупил я тут себе кучу разных баночек с воском, сейчас все покажу. Классический лоскутный воск, потолок, стены, баня, детские игрушки подходит и для камня. Лоскутный воск с льняным маслом, пол лестницы, мебель. Лоскутный воск с льняным маслом и дегтем для наружных работ. Также купил кучу разных колеров. Несколько баночек с воском под кисть и приобрел скипидар. Но это еще не все. Также приобрел баночки поменьше объемом, а в подарок компания «Лоскутный воск» положили мне чай,
очень хорошую кисть и шапку для бани, которая уже в бане. Приступаю к покраске. Колеровать буду сегодня цветом рябина. После размешивания наношу ровным слоем. Очень жаль, что через видео нельзя передать этот запах от лоскутного воска. Ведь он сделан только из натуральных ингредиентов, пахнет он просто супер. Через несколько часов убираю все лишнее. И у меня получилась вот такая вот красота. Я очень доволен результатом. В описании оставлю ссылку на компанию «Лоскутный воск». Может, кто-то что-то хочет приобрести себе. Так, ну что же, все детали готовы. Теперь осталось все собрать в кучу. Валялось у меня железное ведро, и я не знал, что с ним делать. И вот меня осенило, и я решил сделать из этого ведра нужную для меня урну для мусора. На мой взгляд, получилось неплохо. На этом все. Всем пока. До скорой самоделки.